есть какими-то, которые подконтрольны Лужкову, вы хотите сказать, не должны? Я ничего не хочу сказать, я не знаю ничего, а заниматься пересказом сплетен я не буду, потому что, знаете, сплетен такое количество, что это неблагодарное дело для интеллигентного архитектора, для строящего, заниматься пересказом сплетен. У нас не лавочка около дома, да, и не ЖЖ. Вот, а я могу сказать только одно, что то решение, которое было принято Лужковым, да, допустим, или там не Лужковым, я не знаю кто. Я даже не хочу его комментировать, но я могу прокомментировать только сам факт попадания в СМИ такой информации. Может быть, это утка провокационная, я не знаю, да, понимаете? Может быть, это просто такая проверка на вшивость как бы всего профессионального сообщества, да, как это вообще все отреагирует. Может быть, это специально сделано для того, чтобы проверить, как общество отреагирует на этот факт. Такое тоже возможно, да, понимаете? Общество, конечно, отреагирует категорическим отрицанием вообще разборки этого дома, потому что это действительно просто вот все, кто ко мне сегодня приезжал, все, кто мне сегодня звонил, все, кто каким-то образом там на разных порталах об этом написали, все говорят, что это невозможно, что это акт вандализма, что это просто это преступление против человечности, это преступление против культуры. Это преступление против российских, против российской архитектуры. А вообще что-нибудь подобное бывало когда-нибудь? Подобного не бывало никогда. Только что построенное здание, никто никогда не сносил. Сколько времени потребуется, ну, если, предположим, все-таки они решат это делать? Я не хочу даже на эту тему ни думать, ни говорить. Сколько времени понадобилось на то, чтобы это построить? Мы строили это здание с... Если бы не кризис, здание было бы закончено в 2009 году, значит, 5 лет. А первые эскизы я начал делать в 2003 году. Так что я занимаюсь этим домом уже 7 лет. Можете себе представить. 7 лет. Поэтому если все-таки появятся какие-то документы, да, из правительства Москвы о необходимости разборки, конечно же, это все мы будем оспаривать через суд, мы будем оспаривать это обращением к президенту России, обращением ко всем совершенно просто профессионалам в России и за рубежом в защиту этого дома. Понимаете, дом не должен пострадать от этих разборок. Дом, здесь нельзя категорически слово «самострой» вообще говорить. Понимаете, это не самострой. Тогда это самострой, как бы, вся эта группировка строительная должна сама себя наказать. Она должна вся уйти в отставку. Потому что 5 лет не может строиться такого размера здания, да, как бы самостроем в таком городе, как Москва. Не может, да? Значит, это их коллективный самострой. Да? То есть они сами себя публично наказывают тогда, да? Но тогда мы не хотим такого наказания. Мы, жители города, архитекторы, мы не хотим такого наказания. Тогда пускай они все уходят в отставку. Все, абсолютно. Все, кто смотрел за этим, все, кто как бы молча кивал, ничего не подписывал и так далее, и так далее. Понимаете? Это имеет дело либо коллективный сговор, да, либо какие-то договоренности, которые были нарушены. Я даже не хочу это обсуждать. Дом не должен пострадать ни при каких обстоятельствах. Я сейчас даже не хочу говорить об архитектурных достоинствах этого дома. Да? Автору проекта не очень удобно об этом говорить. Да? О всех премиях, регалиях и так далее, и так далее. Но сам факт строительства, разрушения такого дома, да, это абсолютно депрессивный акт. Абсолютно депрессивный, вандальный акт. Такого не было вообще нигде, ни в одной столице мира, ни в одном доме, ни в одном городе, да, чтобы вот так... Без каких-либо градостроительных обоснований, просто потому что, условно говоря, ребенок там не совсем законно рожденный, да, брать его и отрезать ему не просто голову, а еще полтела, это просто катастрофическая вещь. Это просто худшая из всех возможных сценариев.